Ноутбуки с топовым процессором AMD Ryzen 7 3750H появятся на рынке уже в апреле. Мобильные процессоры Ryzen нового поколения компания AMD представила еще в начале января. К сожалению, это не 7-нанометровые APA, а 12-нанометровые, в основе которых лежит архитектура Zen+. Линейку возглавляет модель Ryzen 7 3750H, и если ноутбуки с младшими APA новой линейки уже доступны в продаже, решений с этим процессором пока купить нельзя. Если верить источнику, в продаже мобильные ПК с таким АПА должны появиться в начале апреля. Если точнее, то якобы уже с 1 числа 2 месяца весны. Судя по всему, примерно тогда же станут доступны модели с другими процессорами новой линейки, которые сейчас отсутствуют на рынке. Напомним, пару дней назад стало известно, что игровые ноутбуки с новейшими АПА AMD и видеокарты GeForce GTX 1660 Ti будут стартовать с отметки в $1100.